находимся сейчас в самой границе Белгородской и Харьковской области. Русияның Белгород vilayətinin Ukrayna ilə sərhəd kəndlərinin əhalisi təxliyə edilir. Məlumatı RIA Novosti agentliyi yayıb. Buna səbəb Xarkov vilayətini işğalçılardan təmizləyən Ukrayna ordusunun Rusiya ilə sərhəddə çatmasıdır. Agentliyin Telegram kanalında yayılan kadrlarda Ukrayna ordusunun Belqorodun sərhəd kəndinə artilleriya zərbəsi endirdiyi göstərilir. Мы находимся сейчас в самой границе Белгородской и Харьковской области. Противник обстрелял до границы буквально 200 метров. Вот контрольно-пропускной пункт. Жители эвакуированы. Сюда был прилет. Вот можно видеть, находиться небезопасно. Вот. О, достаточно хороший тяжелый калибр. Ну вот где прилет был. А какая глубина там? Глубоко. Получается, вот она. Вот газовая спуска. Угу, прилетела тут. Ямка хорошая. Метра два, наверное, глубиной.